челіку і намагаюся максимально насолодитися цим моментом, тому що, можливо, сьогодні взагалі його продам. Якщо чесно, я взагалі навіть не буду намагатися писати відчуття, які всередині мене, тому що я цю машину тільки почав дороблювати, мені ще залишилось там перешити торпеду, деякі дрібниці доробити, для того, щоб це взагалі була, знаєте, тачка моєї мрії. Да вона взагалі вже як тачка моєї мрії, але з нею треба розлучатись, для того, щоб в житті взагалі отримати більше емоцій. Я строїв 100 літ, все, а зараз, типу, потрібно від цього відказатися. Понял, дядь? Це челік, це, знаєш, це як моя, типу, атмосфера, моя зона комфорту. Я їду з роботи, понял, дядь? Я кайфую від того, що я за рулем, типу, цієї машини. І я осознаю, дядь, що я от їду сьогодні, понял, останній вечір на цій тачці. И у меня ее заберут, и будет ездить на ней какой-то тип, а я в нее столько вкладываю. И, дядя, к этой машине шел, понял, все года, вот сколько я прожил, 28 лет. И сейчас я хочу снова отказаться, понял, дядя, от этого, чтобы снова что-то вкусить. Жестко, дядь, жестко, тяжело передать эти ощущения, конечно. Скажи эту фразу, что ты купишь еще один такой. Я куплю краще. Челленджер? Челлендж. Обов'язково челлендж. Обов'язково, ця історія не закінчена. Це вже все? Це вже все. Документи вже зняті з мене. Вже він на мій. В Києві мені прийшлося продати свій челленджер. І, якщо чесно, то я, мабуть, всю життя був фанатом челленджера. З самого дитинства я ще грав з цими маленькими машинками Hot Wheels. Я збирав ці челленджери. І в якийсь момент навіть не мог мечтати о ньому. А коли я повзрослів, це стало якоюсь определеною ціллю. І я все время мечтав о приобретенні цієї машини. У меня получилось купить в этой жизни Challenger, я купил его 3.6, и при том, что это самый минимальный объем двигателя, который может быть, честно, мне приносил нереальное удовольствие, потому что мне нравится сама история машины, эта атмосфера, там вообще в целом все нравится, и даже 3.6 для меня это было вау. Проездил я на Challenger, наверное, чуть больше года, я только успел как раз перешить салон, сделать музыку, мы сделали чип, мы там поставили обвес от демона, ну и в целом я только его доделал и был вынужден продать его, к сожалению. Я знаю, что для многих это просто машина и машина. Для меня это чуть-чуть больше. Для меня это определенная атмосфера, это моя мечта, это моя цель. Для меня все остальные машины как машины, а Challenger это другое. Я знаю, как очень много людей плюется на эту машину и говорит, вот, к примеру, в BMW там другая строчка, другая управляемость, а вот в Мерседесе за эти деньги ты получишь столько функций. Ну, знаете, мне всегда было похую, что на ваши BMW, что на ваши Mercedes. Единственная все-таки мечтая машина, от которой я получал удовольствие, которую я хотел владеть, это был Dodge Challenger. Я люблю американские тачки, люблю этот вайб, люблю эту атмосферу. Я прекрасно понимаю, что большая часть людей вообще не разделяет этого. Но если честно, от этого мне эта машина нравится еще больше. Ситуация в стране и отношения с местными полицейскими оставляло желать лучшего. Я уже не мог просто спокойно передвигаться по городу, наслаждаться ездой от этой машины. И меня останавливали в день по 2-3 раза. Я постоянно получал какие-то угрозы, что мой челленджер заберут на фронт, что меня тоже туда же отправят. Потом, когда видели какой-то военный документ, начинали мне рассказывать вещи. А когда это военные как бы ездят на таких машинах, я начинал объяснять, что я не военный, я просто в батальоне. И постоянно вот эти вот истории не настолько закручивались. И последний ситуации, когда меня останавливали, проверяли и раздевали чуть ли не до трусов, меня это начинало нагнетать. И когда это уже происходило, и рядом находится Алена, наблюдает за всем этим, пытается объяснить ситуацию, что это ненормально, они уже стартуют на нее, это реально как бы дошло до такого состояния, когда я понял, что машину нужно продавать. И так, к сожалению, сложилось, что я ее продал за полцены, потому что нужно было ее продать довольно быстро. И я себе тогда пообещал, что я еще обязательно приобрету Challenger, но намного лучше. По приезду в Америку нам, если честно, не светила покупка челленджера, потому что у нас не было ни документов, не было ни кредит-скора, да и в целом, наверное, даже на внесение даунпеймента у нас не было финансов выделенных, которые мы могли себе позволить. Ну и вообще, мне кажется, очень разумно, когда ты приезжаешь в новую страну, начинаешь обживаться, то лучше иметь машину, которая у тебя вместительна. Поэтому мы выбрали Jeep Wrangler. Кому будет интересно, у нас также на YouTube-канале есть видео, как мы его покупали, на каких условиях и все моменты. Поэтому можете тоже перейти и посмотреть. Ну и в целом, когда мы приобрели Jeep, мы уже понимали, что ближайшие полгода, а то и год, возможно и больше, у нас, скорее всего, не получится взять вторую машину. В целом, я никогда не отпускаю свою мечту, не отпускаю свои цели, стараюсь ее всегда контролировать и мониторить. И точно так же и с челленджером. Почти каждый вечер, я не могу сказать, что каждый, но это реально происходило 5 раз на неделю, перед тем, как я ложился спать, я заходил на все автоплощадки, на все автосалоны, которые у нас были во Флориде, и проверял наличие челленджеров. Их цену, их комплектацию, какие они есть. А потом в какой-то момент я попал на новость, что 23 декабря выйдет последний челленджер, и после этого они будут сняты с производства.
Спустя еще где-то, наверное, недели 3-4 я услышал о том, что, скорее всего, до конца лета они распродадут все челленджеры в максимальных комплектациях. И, конечно, меня это начало триггерить, я начал нервничать, я прекрасно понимаю, что у меня нет возможности его сейчас приобрести, но если я затяну, если я не придумаю, не произойдет никакая магия, то я могу остаться без мечты, которую так у меня не получилось осуществить. Но это как бы не мой выбор, я готов рисковать, готов пушить до последнего, но приходить к своим целям. Поэтому каждый раз, каждый вечер, когда я мониторил все эти машины, я видел, как их становилось все меньше и меньше. И в какой-то момент я думал, что сначала, скорее всего, какую-то часть их продали, и их снова подвезут, а потом я начал понимать, что в некоторых автосалонах вообще пропали хорошие комплектации и пропали те, наверное, челленджеры, которые мне будут нравиться и по внешним характеристикам, и по внутренним. Ну и в одно утро я проснулся, и я понял, что мне нужно это проверить. Мне нужно поехать, попробовать покататься на этих машинах, сделать тест-драйв, сравнить, чем отличается 5.7, 6.2, 6.4. Ну и в целом самое важное – узнать, правда это, что челленджеры все распродаются и распродадутся не до конца лета или нет. Поэтому мы поехали смотреть, проверять эту информацию. Алена согласилась с тем, что это обязательно нужно проверить, для того, чтобы как минимум успокоиться и понять, что их так быстро не распродадут, и у меня есть все шансы. Мы поехали все это проверить, покататься, записаться на тест-драйв. И мы за один день приехали в два автосалона. В первом автосалоне мы посмотрели те модели, которые были. В целом просто их оценили, даже не взяли попробовать покататься. О, я сейчас від чорних. Ці всі кольорові, вони гарні, звісно, але бачу чорний і все. І просто все. Це чорний сок, подивись на вайтбоді. Оце Гена, оце я хищу лошадей. І сині мені це теж подобається. Вони неправильні всі резині. О, блін, тут прям шикарні челіки. Я навіть розгубилася, знаєте? Но все равно я чомусь вибираю чорний. Це літо і зелені, які хочете. Но я після кипятком до таких генста щит. Челік повинен бути чорним. Глянцевим, чорним і з пчолками на сидінні. Ці приблизно однаково коштують. На них впали ціни люди. А во второй автосалон, в который мы приехали, пока мы оформляли тест-драйв, на протяжении полутора часа продалось три челленджера в максимальной комплектации. И для меня это было как-то странным. Я не понимал, как за полтора часа могут купить так быстро три челленджера, а после этого еще несколько людей пришли их смотреть. И тогда я реально задумался, что, скорее всего, это правда, и челленджеры реально разбирают как пирожки. А мы сделали тест-драйв на всех доджах, которые нам понравились. Bronze finish. There's the bronze shaker and the bronze rims. That's a limited package. А это то, что я тебе говорил, что таких нет, оказывается, есть. Но я скажу честно, ни один, наверное, Dodge не запал так в душу. Все они мне нравятся, на всех было очень классно ездить. Но знаете, когда ты себе рисуешь какую-то мечту, ты ее рисуешь в каких-то определенных деталях. И я всегда понимал, что если я буду брать челленджер, это будет только черный. Ну а черных, если честно, уже почти не было. Были разные цвета. Красные, желтые, зеленые и так дальше. И это тоже выглядело прикольно и круто. Но если мы говорим о какой-то мечте, которую ты себе нарисовал в голове, это был только черный. Поэтому к будущему челленджеру у меня были требования. Мне очень важны были характеристики. В первую очередь это должен быть white body, потому что предыдущий челленджер, который у меня был, я хотел на него поставить этот широкий кузов с арками, но мне сказали, что это очень тяжело делать, очень дорого, и оно не будет смотреться хорошо и качественно. Поэтому я понял, что если я буду покупать челленджер, то я хочу взять только white body. Если уже, конечно, мы говорим о покупке нового доджа, то, конечно, я хотел бы взять или 6.2, или 6.4. Ну, если это, конечно, будет возможно. Даже тот же 5.7 с тем же двигателем Хэми меня вполне устраивал, потому что это было уже круче, чем то, что я имел. После этого дня, когда мы покатались на доджах, когда мы посмотрели, как их действительно разбирают, мы приехали домой, поужинали, решили пообщаться, взвесить все плюсы и минусы и принять решение. И приняли решение, что да, действительно, доджи раскупают, нужно ехать и искать именно наш. На следующий день мы поехали еще в два автосалона. Обирай той, який хочеш. Оцей класний, так. Да. Це скитрек вайтбоді, який треба нам зна підходить. Вау, і диски класні. Да, і в красному колі. І салончик я бачу класний дуже. Угу, да, салон да, офігенний. Чорний. Треба. Це 6.4, це те, що ми шукаємо. Вау. Ціна в ньому люкса.
ньому люк! Да, мені дуже подобається. Клас. Це теж класно. Це RT-версія в нас буде. Це не скетпек, але це 392-й. Тип, ручка нахуй. А, і він без люка. Да, блін, я би дуже хотіла з люк. Але я хочу челік на ліпістках. А якщо ти береш на ручці, то ліпістків в тебе не буде. Не буде білий ліпістків. Білий байдбодінг, але мені не подобається. Білий, ні. Це не байдбодінг. Оцей малий? Бля, ну це мапаровський, цей буде дуже дорогий. Це стюнінг ательєвиця. У нього знижечка 20 тисяч баксів. І знижечка. Це коштує, що ми можемо вивезти. 20 тисяч баксів знижечка. Але якщо чесно, я на ручці готовий взяти. Я взагалі не стесняюся. И когда мы приехали в первый, мы нашли додж, который подходил по всем характеристикам, но мы испытывали такое ощущение, что нам реально хотят впарить. Потому что люди не хотели выслушать всех наших пожеланий, а просто пытались продать додж, который был. И действительно был очень крутой додж 6.4. Единственный момент, который меня очень сильно смущал, я вот всей душой чувствовал, что все-таки это не мое, он был красного цвета. И мы поехали искать дальше. Мы приехали во второй автосалон, там, где нас встретил парень, которого зовут Ларри. У него уже была футболка Dodge Challenger, SRT, Demon, куча надписей было. No, no, I was both. Yeah. Okay. И он говорит, сегодня буду вашим менеджером, какие у вас пожелания? Я в течение 5 минут рассказал все пожелания, которые хочу. Он меня так остановил, говорит, stop. Говорит, I know what you need. Give me 5 minutes. Я сказал, конечно, я готов подождать. Реально, Ларри приехал через 5 минут. Я говорит, come on. Прикрепляю видео первой встречи с моей мечтой. Так, это наш наступный малюк. Кожаный салон, Олег. А, ні, не кожаний. Кожаний салон. І алькантара. Тормозна система стоїть. Да. А він золотий з жовтими полосками по капот. З оранжевим, а не жовтим. Оранжево. Ні, ну це мені подобається. Мені теж. Да, мені теж. Все, це в мене колінки трусяться, це наш, Олег. Я його узнала. А який тут двигатель, що тут? То, що треба? 64. Все, це наш, дивіться, от я сідаю. Так, да, согласен. Це наш. Сотрі от ця от торпедка. Все, от є жовті ниточки. Асінк. Ми спробуємо тест-драйв? Ну, так, мабуть, треба, щоб ти. Асінк, мабуть, так, ми можемо спробувати. Мы взяли тест-драйв, выкатили эту машину, потому что она не стояла под салоном Dodge. И Ларри первое, что мне сказал, говорит, ты будешь первый человек, который сделает на ней тест-драйв. И когда я сел в машину, я не помню, там было 5 или 8 миль. И для меня это были вообще какие-то космические эмоции, у меня потели ладошки, потому что, ну, я даже не мог себе такого представить. Я понимаю, что это не моя машина, я ее не купил, но я сажусь в новый Dodge Challenger, в котором еще никто не ездил. Lock the key down so they can't scan the key. Yeah, yeah. Якийсь не такий, він жорстче, ніж той, на якому тільки що їздив. Думаєш? Я впевнений. А ти спитав, скільки тут? Так, 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 тут лошадей на 200 більше. Ага. Yeah. My challenger is parked right over here. Yeah, sounds great. Right side, yeah? Tell them. Стрьомно нажимать на педаль.
только мы выехали за пределы автосалона, я чуть-чуть поднаступил на педали, я удивился, потому что я уже ехал на 6.4, но это была какая-то большая разница. Этот реально ехал как-то намного резвее он был, мощнее, не могу объяснить. Я у Ларри спросил, типа, а в чем типа разница? И он мне начал объяснять там про какую-то версию Last Call, что за последние годы они там в демон что-то там впихнули и так дальше. Я уже потом ознакомился, что это за версия Last Call, и дальше я вам расскажу, чем отличается Last Call от обычного демона. Да и что в целом сказать, когда мы подъехали под автосалон, мы переглянулись с Аленой, даже не было никаких слов, и мы поняли, что мы лучше будем бомжами, но на челленджере. Короче, мы его побачили и просто с першого погляду поняли, що все це наш. Нам уже пофігу, що в нього немає люка, но він відповідає вообще, ну, я не знаю. Просто, знаєте, по емоціям ти чувствуєш, ну, от все, це наша машина. Так що будемо оформляти зараз. Другой момент, что банк не был с этим согласен, и нам не хотели давать кредит, и нам пришло, наверное, 5, может даже 6 отказов, которые мы получили от разных банков. Так, исторический момент, очкуючий Олег называется. Чекаю, чтобы ему одобрили кредит. О! Keep my boss in here, okay? Это чтобы я в Меркеле не скажу «не», бля. Мне вообще никакой не смешно, что мы с ним. Теперь, наверное, один из таких важных моментов. Я объясню, что не то, что я просто психопат. Понятное дело, что как бы я очень люблю челленджер, да, меня вообще не без разницы уже на деньги, когда я вижу эту машину, и когда мы сели в эту. Я не буду сейчас объяснять, я лучше потом расскажу, какие были ощущения. Но я ж мониторю челленджеры, и я готов был набраться терпения и ждать, сколько нужно. Но вы, наверное, все знаете, что в 2023 году, в декабре месяце, был выпущен последний челленджер, как бы с конвейера, и больше они не выпускаются. И цена на скетпеки, на хелкаты, как бы она свыше 100 тысяч долларов. И цена на скетпэк, в котором мы только что ездили, вот она, 120 тысяч долларов. Но нам предложили вот такой вот прайс, в два раза дешевле. Ну и я человек, который как бы вообще без ума от этой тачки, как бы, конечно, ну как это, 50 тысяч долларов скидки делаю. Нельзя же типа как бы не согласиться. И вот я сижу, трушусь. Но вышел Ларри и задал мне вопрос, ты его по-настоящему хочешь? И все, что я ему успел ответить, я сказал, это моя мечта. Он сказал, окей, don't worry. Также он сказал, что если мы увеличим down payment, то, соответственно, я сегодня уеду на этом додже. Для меня это было очень больно, мне было очень обидно. Я решил посоветоваться с Аленой. И Алена добавила, что такой челленджер бывает только раз в жизни. Такая ситуация, что нам не хотели давать кредит. Попросили збільшити нас цей первоначальний взнос. Сказали, що в нас класна історія, все класно, обороти класні, але ми тут дуже мало часу, типа. А машина відносно дорога, то що ми беремо кредит, типа, зі скидкою, яку вони вже дали, це взагалі ролі не грає, тому що банк дивиться на основний прайс за цю машину. И пока мы сидели, ждали подтверждения кредита, пока нам отказывали некоторые банки и нам про это уведомляли, двое людей выставились в очередь. Первый – это бабушка с дедушкой, которые приехали уже на Dodge Challenger, просто, наверное, чуть-чуть старее он был и похуже комплектации, они решили его обновить и стали в очередь после нас на тест-драйв. Спустя, наверное, еще полчаса или час приехал еще молодой парень, который тоже искал только Dodge Challenger, это мы поняли по разговору, мы даже в тот момент, когда мы сидели и заполняли все документы, он подошел, не постеснялся, уточнил всю информацию про этот Challenger и сказал, что он тоже стоит в очереди. И типа отправили домой, который челик ждал, смотри, тихо. Расстроений домой, поехав, попрощався, ви тому, що ті вивів, що то показав. Коротше, а на цю машину вже претендує куча людей, всі підходять, дивляться. Її тут поставили, типу, на вході, да, всі її бачать, кожен підходить до нас, дивиться, там у нас прайс лежить, все про цю машину. Кожен підходить, дивиться і типу каже, ну ти там другий на черзі, ти третій на черзі, якщо типу нам не підтвердять. І це так стрьомно, знаєте. А я вже сама влюбилась в цю машину, мені вже самі пофігу, знаєте. Перший раз, коли я Альоні взагалі кажу, що типу, от нам треба внести суму, і ми віддаємо реально половину від того, що у нас є, і ми попадаємо в таку фінансову, типу, жорстку ситуацію. Що ти скажеш? І перший раз, коли я від Альоні пишу, похуй. Поэтому мы не могли не терять ни минуту, мы не могли дать шанс этим людям забрать мой челлендж. Так, нам сказали, що є хороші новини, тому ми йдемо. Коли це челіка коснулася, то я розумію все, що вони кажуть. Так, віддаємо останні гроші. А як останні? Майже. От для того чудо.
safe driving at home? Yes. Air, my friend. Enjoy your car. We really appreciate your business. Thank you so much. You guys want to videotape him hitting the bell? Oh my. Try to break it. We did it. Enjoy the rest of your night. Thank you. Ну и рад вам представить мой долгожданный малой. Как говорит компания Dodge, it's a last call. 4 или 5 моделей от Dodge, это все, которые идут 5.7, 6.2, 6.4, они выпускались под серией Last Call. Это те машины, которые были выпущены с середины лета 2023 года по 23 декабря 2023 года, когда вышел последний Challenger с конвейера. Совсем недавно я почитал, в чем же разница все-таки Last Call, потому что мне Ларри очень долго как бы рассказывал, а английский у нас не настолько крутой, чтобы я реально понимал каждое как бы слово, которое он говорит. Но в целом из того, что я понял, что версию Demon было в стоке раньше 707 лошадей или 716 horsepower, а сейчас они впихнули в него 1025 лошадиных сил. Если честно, до сих пор не могу понять вообще, зачем такая мощность, если ты не летаешь на треках. Но когда я спрашиваю владельцев этих машин, зачем, они отвечают, чтоб было. Если честно, то я очень боюсь нажимать сильно на педаль. Потому что воно якесь скажено, якщо честно. И вчера вечером я первый раз попробовал включить его на один из спортивных режимов. Это был SRT режим, это не трак, это не самый жесткий режим, который может быть. И Алена буквально через 10 секунд этого режима меня очень сильно попросила выключить и больше его никогда не включать. Потому что он реально газует так, что тебя не только прижимает к сиденью, а тебе реально начинает становиться стрёмно. Потому что настолько быстро набирает скорость, ты чувствуешь эту массу и тебе сразу хочется тормозить. Также я хочу добавить, что на самом деле тут есть очень большая разница между тем доджем, на котором я уже ездил, и вот этим. Ну, в первую очередь, это wide body, про который я говорил, во вторую очередь, это объем двигателя и количество лошадиных сил, которое сразу как бы чувствуется. Ну и в целом, это совершенно другая комплектация, и мне кажется, что у них только схожий визуальный вид, и в целом это две машины. И предыдущий Challenger был довольно мощным, но это прям что-то нереальное. В Америке в автосалонах в основном цена за саму машину указывается чисто за голое тело. То есть вам пишется основной прайс, и к нему всегда еще нужно приплюсовать страховку, регистрацию. Возможно, у вас есть дополнительные функции, которые просто не указали в этом прайсе, и когда вы будете уже оформлять эту машину, вам про это скажут. Поэтому в основном в Америке цена указывается за голое тело. Поэтому можете смело всегда приплюсовывать приблизительно 10-15% к стоимости машины на прочие расходы, которые обязательно вам будут необходимы. Цена за тело Dodge была 120 тысяч долларов. Но знаете, что меня удивило больше всего? Нам сделали скидку на эту машину в 50 тысяч долларов. Да-да-да, вам не послышалось. 50 тысяч долларов нам сделали скидку на эту машину. Почему? Я в душе не ебу. Я понимаю, что, скорее всего, как бы их распродают, и поэтому их хотят продать как бы дешевле. Но делать скидку на машину в 50 тысяч долларов, когда она стоит 120, мне кажется, это максимально глупо. Тем более, желающих сейчас приобрести машину, таких как я, просто уйма. Ну и нам он обошелся в 90 тысяч долларов. Это со скидкой, с таксой, страховкой, регистрацией и всеми вот этими мелкими плюшками, которые просто необходимы, от которых ты не можешь отказаться. Под словом плюшки я имею в виду кучу бонусов, которые мы получили. Нам дали бесплатную полировку фар, бесплатную полировку кузова.
нам дали бесплатное обслуживание и техосмотр, не в зависимости от того, сколько мы его собираемся делать, потому что эта машина, ну, просит чуть чаще менять масла, фильтра и основные моменты. Нам дали 2 года бесплатного обслуживания на нее. Также нам дали Wi-Fi на 2 года бесплатный. У нас есть бесключевой доступ. Я могу с телефона ее завести, разблокировать. Ну, почти что угодно с ней делать в целом, как бы, да, за исключением того, что она не может сама ездить. Потому что такую машину нельзя саму никуда отпускать. Ларик, человек, который нам продавал, он фанатик Доджи. У него 3 или 4 Доджи вообще в разных комплектациях. У него скатпэк, у него 5.7, у него демон. И у него еще какая-то модель, про которую он тоже как бы рассказывал. И он говорит, я от себя вам подарю плюшку. И он подарил нам такой небольшой как бы наборчик для аромата в машине. Это для самого там текстиля, для покрытия там сверху и так дальше. И говорит, у меня есть еще одна крутая плюшка для тебя. И подарил мне в Мопар бесплатный чип-тюнинг. Я не знаю зачем, потому что я еще ни разу не нажимал на эту педаль больше 20%. И уже становилось стрёмно. Но у нас есть еще бесплатный чип-тюнинг. Я не знаю, насколько нормальным есть такая ситуация, когда ты почти все деньги как бы отдаешь за свою мечту, но я решил, что или сейчас, или никогда, потому что другой вариант, это останется только уже бушный Dodge Challenger. Это все-таки, наверное, не та мечта, которую я себе вообразил. Ну и в целом давайте подытожим. У нас Challenger 6.4, всю тучу лошадей, в крутой комплектации, с элькартарным салоном, с Wi-Fi, с кучей фишек. И один из прикольных моментов, что вы прям в компьютере можете поменять цвет фар. Мне это тоже очень сильно нравится. Ну и в целом, если вам интересно вообще детальный обзор на эту машину, все вот мелочи, которые вы хотите услышать, пишите комментарии под этим видео, я с радостью сниму это видео для вас. Для себя лично я преодолел еще один чекпоинт, который дал мне просто определенное понимание, куда нужно двигаться дальше и что все в этой жизни возможно. Поэтому я уже построил дальнейшие планы, уже готов работать и работаю. Поэтому, если кому-то нужны стрижки, теперь я стригу намного больше, пишите, записывайтесь, буду рад. Челленджер со своим расходом сам себя не прокормит.